За чайным столом военные рассказали руководству района о своей службе в зоне СВО, о встрече с семьями здесь, на родной земле. Напомним, руководство района не раз посещало места боевых действий, чтобы навестить ребят. Поэтому глава района уточняет, что нужно привезти бойцам в качестве помощи от района. Питьевая вода, да? Нужно чувствовать, да. Проблемы у вас есть. Ну, тоже такая проблема, да. По-моему, да? Смотря где. Если в поле, там, конечно, проблема. Если как бы на съемник уезжаешь, все нормально. В беседе с военными руководство района интересуется семьей каждого бойца. Благополучие в доме важно, пока мужчина находится далеко и отстаивает интересы нашей страны. Мы узнали у одного из бойцов, как живет его семья, пока он на защите нашей родины. Со спокойной душой я туда еду, потому что знаю, что моя семья под присмотром надежных людей с моей работы. Они любой вопрос, который у меня возникает, очень быстро решают. Если сами не могут решить, через на администрацию выходят, администрация тоже помогает, и любой вопрос, который возникает, очень быстро решается. После отпуска ребята вновь встанут на защиту нашей страны. Встреча с близкими и родными во время небольшого отдыха наполнила военных новыми силами, уверенностью в завтрашнем дне, как дома, так и в бою. Евгения Ливанова, Булат Миязов, БРТ.